Народный фронт просит остановить выселение жильцов аварийных домов в Вахрушах. Квартиры в новом доме на Кирова 26А уже несколько раз топило. Люди не готовы к переезду, поскольку боятся испортить свои личные вещи и мебель. Тем не менее, администрация поселка требует переезда до 1 апреля, рассказали активисты. К этому сроку жильцы четырех аварийных домов на улицах Вокзальная 12/1 и Рабочий 20, 22 и 24 в Вахрушах должны покинуть свои дома. В зданиях отключат отопление и свет. По нацпроекту для переселенцев построили четырехэтажный дом на Кирова 26А. Новый дом встретил хозяев неоднократными потопами. В начале марта в подъезде на четвертом этаже лопнула водопроводная труба. Оказались затопленными несколько квартир. Там появилась плесень на стенах и желтые разводы. Сильно повреждены коридоры подъезда. На четвертом этаже отпала потолочная плитка. Слой штукатурки разрушается. Некоторые светильники не включаются. Жильцы боятся очередного затопления. С потолка постоянно течет, начиная с февраля месяца, не перестает. И по стенам пошел грибок, в ванне постоянно течет, тоже с лампочки по стенам. И никто ничего не делает, никаких движений пока нет. Мы тут все это убирали, прямо 20 с лишним ведер вынесли воды. В общем, все соседи вот как-то так боремся. Теперь потепление, опять ждем этого потопа. Прям страшно, как живем.